Сегодня будем вязать кокетку для детского платья. Также украшения на платочек этим узором. Я буду вязать на размер 74-80. Под видео оставлю информацию для размеров 50-56, 62-68. Крючок использую номер 4. Пряжа вот такая. Альпина, 50 грамм, 125 метров. Набрать 80 петель. Набираем самостоятельно. Набрали 80 воздушных петель. Следим за тем, чтобы не перекрутить цепочку. Смыкаем вязание в круг. Набрали 80 воздушных петель. Следим за тем, чтобы не перекрутить цепочку. Последнюю первую петельку нужно вместе посадить на крючок. Первую петельку снизу. Снизу вот так подцепляем. Вот, у нас оказалось 2 петли на крючке. Теперь берем основную нить и соединительным столбиком замыкаем вязание в круг. Вот, у нас получилось. Мы замкнули вязание в круг. Начинаем вязать первый ряд. Можно начать с 3 воздушных петель, либо сложного столбика подъема. Я начинаю с сложного столбика. Он менее заметный. После столбика ложного подъема провязываем 18 столбиков с накидом. После того, как провяжем 18, встретимся дальше. Провязали после ложного столбика первый ложный столбик, затем 18 столбиков с накидом в каждую петельку. Теперь 2 столбика с накидом в одну. Раз. И сюда же второй столбик. 2. Далее 3 воздушные петли. Раз, два, три. Далее 3 воздушные петли. И в следующую петельку 2 столбика с накидом. Раз. Два. Далее в каждую воздушную петлю вяжем 38 столбиков с накидом. В каждую. Два. Три.
Ну и в каждую 38. Провяжем 38, встретимся. Провязали 38 столбиков с накидом. Далее 2 столбика с накидом в одну петлю. Раз. И сюда же вторая. 2. Три воздушные петли. Раз, два, три. Столбик с накидом. Следующую. 2 столбика с накидом. Следующую тоже. Раз. 2. Вот у нас что получилось. Далее в каждую воздушную петлю вяжем 19 столбиков с накидом. Один. Два. Три. И так вяжем 19 в конце ряда. Встретимся. Ну вот, провязали 19 столбиков с накидом. Остается замкнуть первый ряд, круг. Для этого первый столбик с накидом подцепляем под 2 дужки и протягиваем через них и через последний столбик. Получился замкнутый в кольцо первый ряд. Вот одну воздушную петельку для смыкания тоже. Начинаем вязать второй ряд. Его также можно начать с 3 петель подъема, 3 воздушные сделать, либо ложный столбик подъема. Я с ложного начинаю. Начинаем второй ряд вязать. Его можно начать с 3 воздушных петли подъема, либо с ложного столбика. Я с ложного начинаю. Можно закрепить. Вот так вот. Далее вяжем таким образом над одной петлю вяжем воздушную петлю, пропускаем одну петельку и в следующую вяжем столбик с накидом. И так 9 раз. 1 столбик с накидом, воздушная петелька, пропускаем одну, следующую, второй столбик, 2, воздушная петелька, одну пропускаем, 3, ну и так далее, чтобы 9 получилось. Так, провязали 1 ложный столбик подъема и 9 столбиков с накидом через одну воздушную петлю. Получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 арочек. Здесь одна воздушная петелька
осталась возле центральной арки. Вяжем одну воздушную петельку и столбик с накидом под центральную арку. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в центральную арку следующий знак накидом. 1. Вот, провязали. Вяжем дальше. Так же, как вязали эти арочки, через одну воздушную петлю столбик с накидом. Здесь вяжем 21 такую арочку. Воздушная петля, через одну петлю столбик с накидом. 1, 2. Воздушная петля, через одну, 3. И так 21 раз. Связали 21 столбик с накидом через одну воздушную петлю. Получилась 21 арочка. Далее 1 воздушная петля. И в центральную арку 1 столбик с накидом. 1 столбик. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбик с накидом сюда же, в центральную арочку. Далее вяжем 1 воздушную петлю и столбик с накидом вот через одну, то есть через вот этот столбичек вот сюда. 1. И продолжаем через 1 воздушную петлю вязать еще 9. 1, 2, 3. Вяжем 9. Вот мы связали 9. Еще 1 столбик с накидом. 10. 1. Далее мы будем замыкать 1 воздушную петельку и замкнем вязание в круг. 2 ряд соединительным столбиком и 1 воздушная петелька для соединения. Вот с этой стороны центральная, до центральной, между одной центральной и другой центральной должно быть 22 арочки. И здесь также от центральной до центральной, между центральными арочками, с этой стороны тоже должно быть 22 арочки. Вяжем дальше. 3 ряд заключительный. В начале ряда делаем 3 петельки подъема, либо ложный столбик подъема. Дальше в каждую и в арочку везде провязываем столбики с накидом. В 1 петлю под арочку 1 столбик,
следующую петельку, второй столбик. Подарочку. Третий столбик, то есть каждую петельку. Столбик теперь. Дальше подарочку. Столбик. И так провязываем до центральной арки. Вот до последнего вот этого столбика. В арке. Вот до последнего столбика провязываем. И встретимся. Ну вот, мы провязали в каждую петельку столбики с накидом. Остался вот один от арки столбик с накидом. В него провяжем 2 столбика с накида, с накидом. 1, 2. Далее столбик с накидом в арку пойдет 1. Один подарочку центральную. Дальше 3 воздушные. 1, 2, 3. И еще 1 столбик под центральную арку. Далее в следующий вяжем так же, как здесь, 2 столбика с накидом в одну. То есть в один столбик над одним столбиком должно быть 2 столбика. 1, 2. И дальше также провязываем в каждую петельку по 1 столбику с накидом. Подарочку, столбик, подарочку, столбик. Вяжем таким же образом до следующей центральной арки. Петельку, столбик с накидом. Остался вот один от арочки столбик с накидом. В него, так же как в предыдущий раз, также провяжем 2 столбика с накидом. Раз. 2. Далее 1 столбик с накидом в арку в центральную. 1, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Столбик с накидом сюда же в арочку. И следующий столбик с накидом провязываем 2 столбика с накидом. Так же, как делали в той арке. 1, 2. Ну и далее мы вяжем в каждую петельку столбик с накидом.
по одному столбику с накидом в каждую петлю. Раз, два. Подарочку. В столбик. Подарочку. В столбик. Так вяжем до конца, до места, где у нас начало ряда было. Так, связали в каждую петельку по столбику с накидом. Дошли до начала вязания. Можно ниточку теперь уже обрезать. И в первый столбик соединительным столбиком соединяем вязание. Вот. Ну, ниточки можно убрать. Эту кокетку мы связали. Вот кокетку мы связали с вами сегодня. Подписывайтесь на канал. В следующем видео будем показывать, как построить выкройку для оставшейся части платья. По выкройке можно будет как связать платье, так же из ткани сшить.